Анонс и точная дата выхода 120 серии турецкого сериала «Кровавые цветы». 120 серия сериала выйдет в эфир 12 июня. Ранее в сериале мы увидели, как Сираб была уверена, что брак Барана и Дилан не настоящий. Но ей говорят, что на этом празднике они наоборот казались вполне счастливыми. Баран стал случайным свидетелем разговора Сираб и ее подруги. Он понял, что речь идет о Дилан, и сказал, что они не имеют права говорить так про его жену. Сираб стала извиняться перед Бараном, и Дилан увидела, как они находятся вдвоем. Поэтому все поняла неправильно. Дилан кажется, что она словно задыхается. Единственное, что ей хочется, так это плакать. Баран попросил своего доверенного человека, чтобы он узнал, что им необходимо будет сделать с учебой Дилан за границей. Дилан сказала Барану, что она видела его вместе с Сира. Затем она напомнила, что ее зовут Дилан Карабей. Баран должен себя вести так, как это делает каждый женатый мужчина. Дилан говорит сама себе, что уже достаточно всего. Затем она отправилась к Кудрету и хотела с ним попрощаться, ведь ей придется уйти прежде, чем она увидит его выздоровление. Но в ее сердце есть большая боль. Дилан кажется, что часть нее будет сломана после того, как она уйдет отсюда. Баран поздно ночью смотрел и любовался на Дилан, когда она спала. Он считает, что так бы не было больно, важен не он, а она. 120 серия сериала выйдет в эфир 12 июня. Если вам нравится сериал, не ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.